Всем привет, друзья! Меня зовут Нармина. И сегодня я хотела бы вам показать подарки, которые я подарю своей подруге на день рождения. День рождения будет 14 июня, но подарки я купила за 2 месяца, когда была в Алма-Ате, потому что это произошло как-то случайно. Я увидела, и меня понесло, и я подумала, лучше я искуплю сейчас, чем я буду бегать по Москве, когда у меня будет сессия, и покупать подарки. И я не планировала, но так получилось, что купила. И давайте, наверное, уже, собственно, начнем. Я вам сниму обязательно влог с этого дня рождения, потому что этот день рождения я буду ждать безумно. Я так его жду, как не ждала, наверное, ни свое день рождения так точно. Потому что у нас сейчас сессия и весь месяц. И я хочу, ну, думаем, что мы отдохнем. Но в плане того, мы пойдем в ресторан, потом пойдем на выставку. Ну, вообще будет классно у нас вечер, и потом эти девчонки у меня останутся ночевать. И на следующий день мы пойдем на консультацию, собственно, у нас будет экономика, на консультацию по экзамену. Ну ладно, давайте не будем о грустном, и значит, уже буду показывать вам подарки. Первый подарок – это вот такие вот корейские цветочки. И дело в том, что у меня стоят такие вани перед зеркалом, и когда она у меня была в гостях, эта девчонка, ой-ё, ладно, не буду их вытаскивать, что-то они меня не вытаскивают, вот так, смотрите. Она увидела у меня их и сказала, боже, как мне нравятся такие миленькие штучки. И она начала мне там рассказывать, что вот, как, что такие милые штучки, как они делают интерьер, и как ей это все дело нравится. И я запомнила это и ей, собственно, их приобрела, потому что их тоже с Алматы привезла. Потому что в Алмате я знаю места, где можно взять и такие миленькие штучки корейские. Вот там я ей, собственно, их и привезла. Следующий подарок будет вот такая вот красивейшая шкатулка, коробка. Мне кажется, такие вещи нужны каждому. Каждому человеку, потому что у всех есть дофига барахла, который нужно как-то скрыть. И вот эта красивая обложка, под которой хранится всякое барахло, нужно тоже каждый. Ну, например, вот у меня есть полка, там лежит всякое барахло. Вот, например, где нет, будет полки. Или в полку можно ее поставить, она очень красиво смотрится. Мне нравятся вот эти резные узоры. Ай! Вы видели, как я долбанула себя? Она полностью деревянная, и вот эта резная, вот эти розы. Очень мне понравилось, такой вот у нее цвет слоновой кости. И я думаю, шкатулка реально, она пригодится всегда, в любом хозяйстве, любому человеку. И я не прогадаю, если я приобрету именно ее. Она такая, видите, по сравнению с моей головой, она довольно большая. Представьте, сколько это заняло моего чемодана. Я уже, честно, потом пожалела, что я купила все в Алма-Ате, но потом подумала, все, что не делается, все к лучшему. Потому что я могла взять свою одежду, но зато я везла подружке подарки. Следующие подарки будут у нас вот. Это вот такая вот миленькая вазочка. Вы сейчас многие скажут, многие, кто, наверное, может быть не в курсе, что сейчас входят в моду такие вот советские а-ля штуки. Вот, например, у каждого человека, ну, русского, ну, точнее, русскоговорящего из бывшего СССР, он знает, что у каждой бабушки, у мамы, папы есть какая-нибудь вот такая подобная ваза. Но сейчас, если вы зайдете в Zara, в Zara Home, вы увидите везде сейчас, это так стало модно, эти вазы советские. Мода-то пришла не от нас, пришла-то с Запада. И она мне безумно, опять же, понравилась, я решила купить ей такую вазочку. Ну, сюда складывают всякие аксессуары, кольца, и куда-нибудь ее поставить, и, по-моему, очень даже мило и красиво. Такую вот шкатулочку, за орехом их полно, но кто-то из вас сейчас скажет, что это сахарница, потому что она действительно похожа на сахарницу, но для за орехом это штучки для, ну, просто там, у некоторых там даже свечки были, но я решила свечки, я не буду ее покупать, потому что я и так я уже до этого дарила свечки на всякие другие праздники. Решила взять ей просто шкатулочку, опять же, сюда что-нибудь складывать, украшения, и это очень красиво и гармонично действительно смотрится. Если вы посмотрите каких-нибудь зарубежных блогеров и всякие румтуры, у каждой уже есть вот такая вот советская вазочка. И как бы это странно и для нас бы не казалось для нас, людям из постсоветского пространства, но это действительно так, мода вот так распорядилась и сделала именно с нами такую вот шутку. Ну, мне эта мода нравится, я вообще против нее ничего не имею. Следующий подарок, я здесь его так упаковываю, чтобы его не разбить. Я люблю дарить людям что-то специфичное и очень специализированное. Не просто вот так взять и, ну, на пофиг подарить. Я люблю, чтобы человек видел, что и подарок именно связан с ним. И когда я увидела вот эту статуэточку лисы, я просто сказала, я не уйду, это Ксюхенция. Ну, это девочка, которую зовут, которой я дарю подарок. Очень похожа на нее. И вообще, с
сама девочка очень похожа внешне на лису, на лисичку. И я увидела, говорю, Ксюха, это ты. И я ей купила, и она тоже в свитере, потому что та девка тоже постоянно ходит в свитерах. И я ей купила, и я вообще даже ни на минутку не задумала, что я буду брать это, потому что, блин, это просто копия ее. Минуточку, прошу прощения, бывает такое, мама звонила. Я вам все буду снимать с дня рождения, я надеюсь, ей очень и очень понравится. Я очень на это надеюсь, потому что я старалась. И я все это ей упакую, я не буду сейчас снимать, как я это упаковываю, вы это 10 тысяч раз видели. И вы просто увидите, как будет все упаковано из влога, прекрасно. Ой, что я сказала, у нас же 15-го дня день рождения, по-моему, сказала сейчас 14-го, знаете почему? Потому что я вспомнила, что экзамен 14-го у нас, я о нем подумала, из-за этого я так сказала, у нее 15-й день рождения, 15 июня, я не перепутала, просто я подумала об экзамене, который будет 14-го, из-за этого так сказала. И, наверное, самый главный подарок, который просто для того специализирован для нее, хранится вот в этом пенопласте. Сейчас, блин, не грохнуть бы его вообще в голову сейчас. Эту колбу я видела еще до того, как познакомилась с этой девочкой. Еще до того, как я уехала в Москву. Это такая колба, в которой заключена камера. Написано театр там, theater. Эта девочка, она очень и очень любит театр. Я никогда в жизни не встречала человека, который любит так кинематограф и театр, и вот все, что с этим делом все связано. Она так его любит, что я решила, что это будет для нее действительно лучшим подарком. Я надеюсь, что она его оценит, потому что он до того специализирован, и до того, мне кажется, это будет память, если она, конечно, его не грохнет. Я была бы очень счастлива, если бы человек, который дарил мне подарки, то, что мне нравится, но те специализированные подарки, это, знаете, показатель того, что человек тебя слушает, он понимает, что ты любишь, а не так, знаете, халы-балы подарил и все. Я слушаю людей, я пытаюсь делать то, подарить им то, что им действительно будет нравиться. И вообще я всем советую дарить именно такие подарки, чтобы человек действительно их оценивал. В плане того, что такой вы правда хороший человек и хороший друг. Потому что мне бы понравилось все это. И я не люблю дарить один большой подарок, я люблю дарить такие маленькие и в комплекте их всех дарить. Я бы, конечно, если была бы мотепку, взяла бы большую коробку и все положила туда, но, скорее всего, я подарю по отдельным подарочкам, и она их развернет. А так бы я взяла большую коробку, в них бы я бы упаковала каждый подарок, как я делаю обычно в Алмате. Ну, здесь я не найду такой огромной коробки, прям огромнейшей, так что мы будем дарить так. Ну, вы, собственно, все сами увидите через несколько дней, потому что я обязательно выложу этот влог. Я жду его, не дождусь, когда наконец-то настанет 15 июня. Мы прям с подругами его так ждем. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите, какой вам подарок больше всего понравился. Желаю всего самого хорошего. Радуйте своих близких и дорогих, и особенно друзей. Потому что друзья – это наше все и родные наше все. Да вообще, все люди, которые нас любят, и мы любим, это все наше все. Простите за тавтологию. Люблю вас, целую. Пока. Счастливо.